そして、始めましょうね。皆さん、こんばんは。今日のテーマは、日本の季節です。ね、実は季節についてだけでなく、ちょっと日本のお天気についても少し話します。Значит, сегодняшняя наша тема – времена года в Японии. Ну, мы будем разговаривать не только о временах года, но и немного поговорим о погоде. И, собственно, начнем. Что мы сегодня с вами узнаем? Ну, во-первых, как описать погоду на японском языке? Как называются и записываются иероглифами времена года? В чем красота весны и осени в Японии? Что такое ханами и момиджи? Как образовываются срединные формы сказуемого, а также новую лексику? То есть программа у нас такая с вами внушительная. Значит, начнем с самого простого. Вы сейчас видите у себя на экранах времена года. В принципе, в Японии их точно так же, как и в Украине, 4. Это зима, весна, лето и осень. И, значит, в первом столбике, точнее, в первом столбике по-русски написано, во втором столбике я написала хироганой, чтобы для тех, кто впервые на нашем вебинаре, было более-менее понятно. В следующем столбике все написано иероглифами. Значит, итак, зима по-японски будет фую. Я настоятельно рекомендую всем, кто сегодня меня слушает, повторять за мной слова, для того, чтобы вслух желательно, для того, чтобы привыкать к их звучанию. Итак, зима – фую, весна – хару, лето – нацу и осень – аки. В принципе, ничего сложного, да? Теперь давайте посмотрим наше последнее. Последний столбик, да, превратился в строку таблицы. Здесь мы видим с вами иероглифы, которыми записываются времена года. То есть вот у нас первый иероглиф, второй, дальше лето, осень. Значит, зачем я сделала такую таблицу? Как вы, наверное, знаете, японский иероглиф – это нечто невообразимое, очень интересное. И одна из особенностей японского иероглифа заключается в том, что у него должно быть как минимум два чтения. Значит, первое чтение – это он йоми, и второе чтение – это кун йоми. Значит, как так получилось, что у японского иероглифа два чтения, как минимум? Значит, одно чтение – он йоми – было заимствовано из китайского языка, причем еще в древние времена. А второе чтение куньоми – это, собственно, непосредственно японское было слово в древнем японском языке, и до наших дней оно сохранилось. Естественно, что онные чтения и те чтения, которые иероглифы имеют в китайском языке сейчас, они сильно отличаются, потому что в китайском языке с тех далеких времен произошло несколько реформ языка, но в принципе иногда кое-что похоже. В данном конкретном случае мы не ставим цель сравнивать японский язык и китайский. Наша задача как можно лучше запомнить онные и кунные чтения иероглифов. Значит, на самом деле у нас уже был вебинар в прошлом году, который был полностью посвящен иероглифам японского языка, и вы там можете подробно его в записи посмотреть, послушать и более четко разобраться, если вдруг непонятно. Но в данном конкретном случае мы с вами сосредоточимся на наших четырех иероглифах, которые обозначают времена года, и разберемся все-таки, как же используются оны и куны в современном японском языке. Итак, онное чтение обычно используется в сочетании. Вот я подобрала вам такие сочетания в случае с зимой. Значит, онное чтение – это то. И вот у нас слово токи. Токи – это зимнее время, записывается двумя иероглифами.
Слово это книжно, то есть в первую очередь используется в письменном японском языке. Вообще, на самом деле, онные чтения иероглифов часто используются в составе слов, которые относятся к письменному языку, а кунные чтения больше относятся к разговорным. Поэтому, в принципе, фую – зима, да, это в разговорной речи часто можно встретить, а токи скорее вы можете прочесть в каком-нибудь журнале. С другой стороны, вот у нас кунное чтение иероглифа, оно тоже используется в словах, и в данном конкретном случае я подобрала слово фую-фуку. Фую-фуку – это зимняя одежда. Ну, если вы помните, вообще по-японски одежда – это йофуку, европейская одежда, или ифуку – просто одежда, и поэтому, конечно, неудивительно, что фую-фуку – это зимняя одежда. Следующий иероглиф у нас весна. У него онное чтение – это шун, кунное чтение – хару. То есть, если вы будете говорить «наступила весна», вы скажете «хару не наримашта». А если вам встретится этот иероглиф в составе слова, вот как, например, у нас здесь, то тогда мы его будем читать по онному чтению. Итак, у нас слово «рисюн». «Рисюн» – начало весны, тоже слово «книжно». Ну, иногда в разговорной речи тоже встречается. Дальше у нас очень интересное словосочетание «харусаме» – «весенний дождь». Для тех, кто уже какое-то время изучает японский язык, конечно, удивительным является чтение не первого иероглифа, а второго. То есть вы знаете, что второй иероглиф – это «аме» – «дождь», да, и он читается вообще-то обычно «аме». Но вот как раз в случае со словами «весенний дождь» и «осенний дождь» у него нетрадиционное чтение «саме», «харусаме» и «акисаме». Это надо запомнить, потому что если вы будете смотреть прогноз погоды на японском языке, вы наверняка там услышите такие словосочетания. Так. Итак, с весенним дождем разобрались, переходим к лету. У лета онное чтение «ка», кунное чтение «нацу». В словосочетании «каки» лето, летний сезон. Ну, это слово уж точно книжно, потому что есть масса других слов в разговорной речи японской, например, там устрица или хурма, которые так будут читаться, но записываться будут другими иероглифами. Поэтому, пожалуйста, в разговорной речи слово «каки» не используйте, но запомните его, чтобы запомнить, что онное чтение у иероглифа «лето» – это «ка». Следующее у нас замечательное слово «нацу ясуми». Я думаю, все раньше или позже встречались с таким явлением, как летние каникулы. И, в принципе, слово очень нужно, в разговорной речи часто встречается. Следующий иероглиф у нас «аки», «осень». Онное чтение «шу», кунное чтение «аки». В словосочетании «шубун» – «осеннее равноденствие». И кунное чтение «акисаме» – «осенний дождь». Я очень надеюсь, что после того, как вы ознакомились с такой подробной таблицей, вы запомните онные и кунные чтения иероглифов, которые обозначают времена года, на зубок. Так, теперь мы переходим к новой лексике. Значит, скажу вам сразу, у нас в этом вебинаре очень большой набор лексики и грамматики, и он нам весь понадобится для того, чтобы, ну, ближе ко второй половине разобраться с достаточно непростым текстом. Поэтому убедительная просьба, старайтесь запомнить все слова, которые тут встретятся. Ну, понятное дело, что некоторые из них уже известны тем, кто давно изучает японский, но те, кто первый раз, постарайтесь запомнить все эти слова, их не так много. Итак, я буду называть слово. В этом столбике у нас запись хироганой, в этом столбике запись иероглифами, и мы будем с вами вместе это слово произносить, чтобы лучше запомнить. Итак, дождь, аме, аме. Снег, юки, юки, цветы, хана, хана, в принципе, один цветок тоже хана, персик, момо, момо, слива, уме,
уме, листья, ха или хаппа. Хаппа – это листва, ха – это лист. Погода, тенки, тенки, время года, кисецу, кисецу. Итак, еще раз. Аме, юки, хана, момо, уме, ха, хаппа, тенки, кисецу. Дальше у нас пойдут прилагательные, которые нам будут нужны, если мы захотим поговорить о погоде на японском языке. Итак, первое слово холодный. Сразу хочу сказать, что в японском языке холодный воздух и холодная вода будет по-разному, поэтому самуй – это холодный, а воздухе. Цуметай – это прохладный о воздухе. Или цуметай – это холодный о воде. Запомнили, да? Самуй. Вот, на улице холодно, сотова самуй. А вода, например, холодная, цуметай мидзу. Так. Прохладный. Судзуси. Судзуси. Теплый. Ататакай. Ататакай. Жаркий. Ацуй. Ацуй. Приятный. Кимоти. Кимоти. Ну, тут я вам хочу сказать, что в принципе мы можем сказать кимоти но и или кимоти га и. Да, это тоже будет правильно. Но, в принципе, кимоти тоже хорошее слово. Приятный. Так его проще запомнить. Дальше очень интересное слово. Нет, кимоти сенсей нельзя сказать. Приятный о погоде, о настроении, о человеке приятный, ну, можно сказать, там, шинсетсуна, это такой радушный, ясаши, каваи, вот, можно сказать, о человеке. А кимочи сенсей нельзя, Ольга-сан. Так, дальше очень интересное слово. В русском варианте оно звучит жаркий и влажный. В японском языке это одно слово, мусиацуй. Ну, я вам так скажу, для того, чтобы понять, что такое мусиацуй, нужно побывать в Японии летом, потому что иначе непонятно. В Украине такого состояния можно достичь, ну, если, скажем так, очень душно, как перед началом дождя, а по внутренним ощущениям, как будто бы у тебя солнечный удар. Вот что-то среднее между вот этими двумя ощущениями. Это мусиацуй. То есть это, вот если мы посмотрим на иероглиф, мусу, это пар, ну, выпускать пар, на пару там что-то готовить. И получается вот пар и жара, да, вот это мусиацуй. Таким прилагательным мы можем охарактеризовать японское лето. Дальше у нас курай, ну, это легкое слово, темный. Дальше у нас пасмурный, кумотта. Ну, в принципе, мы можем сказать, кумору – это глагол, да, а кумотта – это у нас уже прилагательное, которое от глагола произошло. В принципе, иероглиф достаточно сложный, да, быть хмурым, облачным, но интересный, потому что, можно сказать, кумотта тенки нинаримашта, да, наступила такая облачная погода, ну и вообще слово интересное. Итак, прочтем еще раз. Самуй, цуметай, судзуси, ататакай, ацуй, кимочии, мусиацуй, курай, кумотта. Тоно цугива доси, десне. Следующие у нас слова – это глаголы. Ну, без глаголов никак у нас предложение не получится, поэтому нужно пару-тройку запомнить. Первый глагол у нас очень интересный – это глагол фуру – идти, о дожде или о снеге. То есть аме га футтимас – идет дождь, юхи га фуримашта – выпал снег.
Посмотрите, пожалуйста, на иероглиф. Может быть, кто-то его уже встречал? Кто-нибудь изучал этот иероглиф раньше? Напишите мне, пожалуйста, если кто-то изучал. Мада десне, еще не изучали. Ну, это не страшно, я вам сразу скажу. У него есть два значения. И очень важно, какая часть хирагана записывается, да, потому что вот у нас тут иероглиф фуру, а если бы тут было написано риру, да, не ру вынесена была, а риру, то это был бы ориру, и этот бы иероглиф тогда обозначал выходить из транспорта, то есть совершенно другое значение. Поэтому запомните этот иероглиф, он вам еще пригодится, когда будете про транспорт рассказывать. Итак, фуру — идти о дожде, о снеге. Дальше фуку — это дуть, ну, понятное дело, о ветре, да, кадзе га фудэйру, дует ветер. Следующий иероглиф — цвести, саку, саку. Следующий иероглиф — очиру, опадать, очиру. Дальше, быть пасмурным, кумору, кумору. Следующий у нас — ханами осуру, это любоваться цветением сакуры. Ацумару — собираться, и кавару — изменяться. Я вижу тут вопрос. Китайские иероглифы — это те же японские? Отвечаю на этот вопрос. Нет. Китайские иероглифы — это китайские иероглифы, японские — это японские. Но на заре появления японского языка японцы заимствовали китайские иероглифы для того, чтобы создать свою письменную речь. Поэтому многие иероглифы похожи. Единственное, в чем проблема, ну, для среднестатистического японца достаточно знать около 2000 иероглифов, чтобы спокойно читать газеты, журналы, смотреть новости и так далее. Насколько я понимаю, в китайском языке нужно знать побольше. То есть там до 10 тысяч иероглифов есть. Ну, я не думаю, что среднестатистический китаец знает 10 тысяч иероглифов, хотя человек, ну, высокоразвитый наверняка знает много иероглифов. В китайском языке у иероглифа одно чтение, там нет вот этой проблемы, что в японском, что слова были заимствованы частично. Поэтому в этом плане, конечно, проще. Плюс в китайском языке нет уже ни азбуки, ничего. То есть там все служебные части слова и части речи записываются иероглифами. Поэтому ваш вопрос, Ольга, какой-то неправильный. То есть японский язык и китайский — это же совершенно разные языки. Иероглифы хоть и похожи, и есть такие, которые, допустим, означают одно и то же, да, но читаются они по-разному, используются в словах по-разному, и вообще структура языка другая. Нами-сан носит мова нихонго саши деска. Нами-сан спрашивает, японский язык же легкий, да? Ну, японский язык в какой-то степени легкий, конечно, в какой-то сложный. Я думаю, после того, как вы его получите какое-то время, сможете создать свое впечатление. Единственное, могу вам что сказать, что легкое в японском языке — так это произношение. Это 100% по сравнению с другими языками, произношение в японском языке крайне легкое. Итак, вернемся к нашим глаголам. Давайте прочтем их еще раз, все вместе. Фуру, фуку, саку, очиру, кумору, ханамиосуру, ацумару, кавару. Вот мне бы хотелось, чтобы... А где тут ико, Татьяна? Тут саку, цвести. Мне бы хотелось, чтобы все обратили внимание на слово... Ханами, ханами осуру, любоваться, вот тут я написала, цветением сакуры. Дело в том, что японцы любуются не только цветением сакуры, а цветением персика, цветением сливы, и все это называется ханами, оханами. То есть, в принципе, очень похоже на нашу весну, да, когда у нас начинают...
свести там сначала что яблони, потом абрикосы, только потом вишня, да, то есть вот у нас такая красота, а в Японии, в принципе, слива, персик и сакура. Ну, абрикос тоже цветет. Да, пикник устраивает. Сузуки машо, не? Коре карава тутемо омосирой мондай дес. Сейчас у вас будет очень интересное задание. Значит, вам нужно будет ответить на вопрос нан гацу деска. В каком месяце? В каком месяце бывает то, что у вас на экране? Значит, я специально не буду ни читать, ни объяснять, что тут написано. Мне хочется узнать ваше мнение. В конце вебинара мы повторим этот тест, и я думаю, что все абсолютно правильно ответят на вопросы. Ну, сейчас попробуйте вот угадать, в каком месяце бывают следующие явления в Японии. Да, вот поотвечайте мне, пожалуйста, по первому. Так, вот, я вижу 6, 7, 8 человек участвует. Ну, поучаствуйте еще. Ну, давайте, ладно, я прочту. Это Оханами. Оханами, в каком бывает месяце? Шигацу, Рокугацу, Джунигацу. Так, соно цуги но шицумон. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос у нас отскими. Не буду говорить, что такое отскими. Те, кто знают иероглиф, должны догадаться. Кто не знает, узнает в конце нашего вебинара. Я все расскажу. Сейчас просто попробуйте вот угадать. Сичигацу, кугацу, дюичигацу. Когда же происходит отскими в Японии? Так, мнения разделились. Ну, даже если не знаете, вы выбирайте, как вам кажется. Хай, соно цуги. Давайте следующий вопрос. Йомимас, не? Коре ва момиджи, момиджи. Джугацу, нигацу, гогацу. Эран де гудасен. Хай, соно цуги но шицумон нисима. Давайте следующий вопрос. Тут, в общем-то, и читать нечего. Все хирагану, я думаю, уже освоили. Нет, никто ничего не пропустил. Только я потом все расскажу. そして梅雨は7月、6月、9月。мнения разделились прямо таки поровну. Хай, соно цуги ва. Давайте следующий вопрос. Тайфу. Тайфу ва нан гацу деска? Тайфу ва кугацу, нигацу, гогацу. Эран де гудасай.
はい、ちょっと難しいですね。その次の質問。давайте следующий вопрос. その次の質問は、津波。津波。10月、1月、7月。はい。そして最後の質問ですね。最後の質問は、お正月。последний вопрос у нас. お正月。Ну, это, я думаю, все правильно сейчас ответят, потому что это было в предыдущем вебинаре и в предыдущем вебинаре. И вообще слово примечательное. Я думаю, все знают. Ну и если уж на чистоту, да, то это, в общем-то, не природное явление, да, в отличие от всех остальных шести. И даже мнения разделились как-то. Это забавно. Так. Хай. Коре де уваримашо, э? Ну, на этом с тестом пока закончим. И пойдем с вами дальше, а потом к нему вернемся. Итак, значит, первое у нас оханами, любование сакурой, сливой, персиком. В любом случае, чтобы цвело, было красиво. Действительно, в парках в большом количестве в Японии высажены сакуры, и по телевидению передают о том, когда сакура будет в цвету, потому что это очень мало дней всего лишь в месяце. И понятное дело, что многие японцы собираются с друзьями, компаниями и идут на пикник и любуются там красивыми цветущими деревьями. Дальше, вот посмотрите, у нас на одной картинке это момиджи, красные листья клена, да, а на другой картинке сакура, то есть вот у нас вид горы Фудзи, но это просто, чтобы стало понятно, почему японцы так гордятся и любят, и, в общем-то, виды момиджи и сакуры, потому что это действительно очень красиво. Так, ну это у нас момиджи, красные листья клена. В принципе, клен у нас такой тоже бывает, встречается, ну, по крайней мере, в нашем городе. И, в принципе, момиджи это не только красные, но и желтые листья клена. Да, все, надо ехать в Японию любоваться. Но это осенью, да, аки. Момиджи, да? Иро-иро аримас, да? Сугоку кирей. Очень красиво. После лирического отступления переходим к грамматике. Значит, давайте вспомним, какие у нас есть типы сказуемого. Во-первых, именное сказуемое. Там сказуемое выражено существительным или местоимением. Ну, самое простое предложение с именным сказуемым – это вот, например, «Ваташи ва Юлия дес». Да? Меня зовут Юлия, то есть я Юлия, ваташи, местоимение у нас, это тема ваташива, Юлия дес в данном случае это у нас сказуемое, выраженное именем собственным. Дальше у нас адъективное сказуемое, то есть выражено прилагательным. Ну, например, момиджи га кирей дес. Момиджи это красиво. То есть кирей это прилагательное, после него дес поставили и успокоились. Дальше у нас глагольное сказуемое, оно выражено глаголом. Ну, например, амега фуримас, идет дождь. То есть тут уже дес нам связка не нужна. Мы используем глагол, ну, в данном случае в форме намас, хотя, конечно, возможно, разные варианты.
в зависимости от стиля. Теперь, собственно, перейдем к грамматике срединная форма сказуемого. Ну, поскольку сказуемые у нас могут быть как минимум трех видов, да, выраженные существительным, прилагательным и глаголом, плюс у нас может быть как утвердительная форма, так и отрицательная, информации будет достаточно много. Поэтому постарайтесь ее запомнить, она нам тоже пригодится. Значит, в прошлом вебинаре мы с вами вспоминали глаголы первого, второго, третьего спряжения. И вот нам снова нужна эта информация. В наших учебных тетрадях ЕШКА там есть таблицы спряжений, таблицы основ. И в принципе, легче, конечно, по таблицам это все запоминать. Я надеюсь, что кое-кто уже их запомнил. Но те, кто не запомнил, в принципе, тоже разберутся. Значит, глаголы первого спряжения могут заканчиваться на ру, цу, у. В этом случае срединная форма будет тт. Например, кау, катте. Да, вот тут я написала специально хираганой, чтобы было понятно. Ну вот если, например, на цу заканчивается глагол у нас, моцу, нести, и срединная форма будет мотте. Что еще тут? Вот фуру, да, фуру, идти о дожде, футте. Не скажу, в каком месте в омиджи, мы еще текст не читали поэтому. Дальше у нас глаголы первого спряжения, которые заканчиваются на буму-ну. В таком случае срединная форма у нас превратится в нде. Например, тобу, тонде. Да? На му, чтобы заканчивался глагол. Например, йому, да? Читать, йонде. Сину, умирать, синде. Дальше у нас глаголы первого спряжения, которые заканчиваются на ку или гу. Например, о-йогу, да, будет о-йойде, то есть кугу меняется на иде. О-йогу, о-йойде, а, например, нуку выдергивать нуйте. Так, то есть гу-иде, а ку-ите. И глаголы первого спряжения, которые заканчиваются на су, будут меняться на ште. Например, ханасу, ханаште. Тут вроде бы все понятно. Каэсу, каэште. Теперь посмотрим на глаголы второго спряжения. Значит, все глаголы второго спряжения заканчиваются на ру. Это определение глагола второго спряжения. Перед ру должна быть основа на и или э. И, собственно, вот у нас глагол табе ру. Да? Мы отбрасываем это ру. У нас остается просто основа, и к ней добавляем т. То есть вот у нас табе ру. Табе те. Каэру, каэте. Так, ширасеру, ширасете. Понятно, да? Основа осталась, ру отбросилась, те поставилась. И дальше у нас глаголы третьего спряжения или неправильное спряжение. Значит, глагол суру делать превращается в ште. Все производные от глагола суру. Это в основном слова китайского слоя лексики, как вот, например, бэнкё суру, учиться, бэнкё суру, бэнкё ште. Например, какунин суру, какунин ште. То есть мы основу не трогаем, меняем только суру. И последний у нас глагол куру, он тоже относится к неправильному спряжению, так называемому, и превращается в ките. Обратите внимание, куру, ките, да, иероглиф один и тот же читается по-разному. Это как раз особенность глагола куру. У него основы не совсем стандартные. Так. Ну и теперь нам нужна срединная форма глагола на ТД, отрицательная форма. То есть отрицательная форма у нас будет образовываться с помощью най, да, например, таберу кушать, табенай не кушать, значит, табете это срединная форма покушав, да, а табенайде это не покушав.
Ну и, собственно, вот у нас будут несколько вариантов очень легких предложений. Намаю каканайде тегами удасимаста. То есть, не написав имя, отправил письмо. Давайте еще раз вспомним, что такое срединная форма сказуемого. То есть, это такая форма сказуемого, которая встречается у нас посреди предложения. То есть, на русский язык мы ее можем перевести с помощью союза «и». Например, «намао каканайде тегами удасимашта» не написал имя и отправил письмо. Ну, у нее есть еще второе значение, то есть не написав имени, отправил письмо. То есть, поэтому тут причастная форма. Но, в принципе, наше вот «и», да, оно на японский язык может воспроизводиться с помощью срединной формы сказуемого. Это очень важно. Почему? Потому что многие студенты, ученики, которые изучают японский язык, они вот выучили «то», да, это соединительный союз «то», и потом это «то» ставят между существительными, может, между прилагательными, между глаголами. Это неправильно. То есть «то» ставится только между существительными. Глаголы и прилагательные связываются с помощью срединной формы сказуемого. Понятно, да? То есть с помощью формы на «тд». Следующее у нас предложение. «Денва укиканайде ханаши цузукимашта». «Денва укиканайде» – «не слышал телефон». Ханаши цузукимашта и продолжал разговаривать. Дальше. Нимоцу торанайде дэйша одемашта. Не взял багаж и вышел из электрички, ну или из поезда. Ну, вроде бы понятно, да? Теперь у нас срединная форма сказуемого, выраженного прилагательным. Значит, прилагательные, вспоминаем, у нас им тоже был целый вебинар посвящен. Значит, прилагательное у нас есть и прилагательное, и на прилагательное. Да? Значит, и прилагательное будет превращаться в срединной форме. На и будет превращаться в ку, например, самуй, саму ку, или в куте, самуй, саму куте. Ну вот у нас тут примеры. Самуй, саму куте, ацуй. Ацуку или ацукте, ясуй, ясуку или ясукте. И это исключение, оно поменяется, будет йокте или йоку. На прилагательные тут все проще, то есть мы просто убираем на и ставим д. Например, нигияка на, нигияка д. Одаяка на, одаяка д. Сидзука на, сидзука де. Значит, Татьяна у меня что-то спрашивает, можно поставить то. То можно поставить между существительными и между местоимениями. Между прилагательными и глаголами то ставить нельзя в значении соединения. Там то ставится совершенно в другом значении. Ну, подробно, конечно, все есть в рабочих тетрадях, но, в принципе, того, что тут написано, тоже достаточно. Отрицательная у нас форма «най», да, например, «самуку най» – «не холодный», да, «самуй холодный», «самуку най» – «не холодный», «най» меняется на «куте» или на «ку», «самуку на куте», «самуку на куте», «сидзука дева на куте», «одаяка дева на куте» и так далее. Понятно, да? Так, дальше у нас срединная форма сказуемого, выраженного существительным. Ну, если у нас сказуемое выражено существительным, то заканчивается на «дес», да? Например, «ватаси ва гаксэй дес», «я студент», да? Получается, нам надо «дес» поменять на «де». А если у нас отрицание «два аримасэн», «ватаси ва гаксэй два аримасэн», «я не студент», то тогда нужно два аримасэн поменять на деванаку или деванакуте. Ну и примеры предложений. Ватаси ва гаксэй де нихонго наратте имас. Я студент и изучаю японский язык. Следующее предложение. Ватаси ва асахаяку оките хао мигайте
каоарате асагохану табимас. Длинное такое предложение. Значит, асахаякоките, я встаю рано утром. Хаомигайте, чищу зубы. Каоарате, умываюсь. Асагохану табимас, и завтракаю. В принципе, поскольку у формы на ТД есть деепричастное значение, то вы понимаете, что действия должны следовать один за другим. То есть они не одновременно происходят. Ну, вот в данном конкретном случае как раз понятно. Так, дальше у нас «Анохтова сенсей дева накуте гаксей дес». Или «Анохтова сенсей дева наку гаксей дес». Он не учитель, он студент. Так, ну, вроде бы понятно. Хотелось бы отметить, что срединная форма сказуемого может иметь еще и другую форму. То есть это может быть просто вторая основа глагола для глагольного сказуемого. Ну, вот у нас глаголы первого спряжения на ру заканчиваются, будут ри, например, фуру – фури, моцу – мочи, кау – каи, тобу – тоби, йому, йоми, сину, сини, фуку, фуки, ойогу, ойоги, сасу, саси. Ну, тут есть несколько примеров. Фуру, фури, йому, йоми, фуку, фуки, кумору, кумори. Если у нас второе спряжение, тогда просто основа без ру. Таберу, табе, каэру, каэ. Ориру, ори. И суру будет си, куру будет ки. Хочу сразу сказать, что такой способ связывать сказуемые в предложениях, он более официальный, то есть в письменной речи чаще используется, то есть вы чаще увидите это в газете, в журнале, какой-то серьезной книги. В разговорной речи чаще используется форма на ТД. Если используется уже вот этот способ, то значит эта речь более официальна. Оля, на дождь нельзя сказать ику, только фуру. Ику — это пошел ногами куда-то или поехал на чем-то. Так, ну и сейчас мы перешли к самому интересному, что у нас сегодня в вебинаре запланировано. Мы с вами сейчас почитаем достаточно интересный текст о временах года и погоде в Японии. Ну, читать буду я, к сожалению, не могу услышать, как вы читаете, но я думаю, вы вслух будете читать хорошо. Вот, давайте будем со мной повторять и пытаться понять значение предложения. Итак. Нихон нива хару нацу аки фую но йоцу но кисецу га аримас. Так, давайте вместе. Нихон нива хару нацу аки фую но йоцу но кисецу га аримас. В Японии есть четыре времени года. Весна, лето, осень, зима. Сангацу, сигацу, гогацу ва хару дес. Сангацу, сигацу, гогацу, хару дес. Март, апрель и май – это весна. Хару нива сузуши кадзе га фуйте, сакура га сакимас. Хару нива сузуши кадзе га фуйте, сакура га сакимас. Весной дует прохладный ветерок и цветет сакура. Нихонжин ва сакура га тотемо суки де, Одзей но хито га кадзоку я томодачи то ишо ни ханами ни икимасу. Нихонжин ва сакура га тотемо суки де, одзей но хито га кадзоку я томодачи то ишо ни ханами ни икимасу. Японцы очень любят сакуру. Нихонжин ва сакура га тотемо суки де. И одзей но хито га многие кадзоку я томодачи то ишо ни, с семьей, друзьями, ханами ни икимас, идут любоваться цветением сакуры. Сакура но ки но шита де ацуматте, оиши моно о табетари, о саке о нондари ште, таношику джикан о сугошимас.
桜の木の下で集まって、おいしいものを食べたり、お酒を飲んだりして、楽しく時間を過ごします。桜の木の下で、под деревьями сакуры, 集まって, собравшись, おいしいものを食べたり、кушают вкусную еду, お酒を飲んだりして, попивают сакэ, и таношку джикану сугошимас, весело проводят время. Рокугацу, шичигацу, хачигацу. Шичигацу ва нацу дес. Июнь, июль, август – это лето. Нихон но нацу ва муши ацуй дес. Нихон но нацу ва муши ацуй дес. Лето в Японии жаркое и влажное, душное. Року гацу нива в цую га атте, аме га таксан фуримас. Року гацу нива в цую га атте, аме га таксан фуримас. В июне обычно сезон дождей, цую называется, амега таксан фуримас, и идет много дождей. Запоминаете, да, цую для теста, который у нас будет в конце? В каком месяце у нас цую? Року гацу. Сузуки машо, не? Шичи гацу то хачи гацу ва га Коко га ясуми де, бакай хито тачи ва яма я уми е асоби ни икимас. Шичи гацу то хачи гацу ва гакко га ясуми де, бакай хито тачи ва яма я уми е асоби ни икимас. В июле и августе в школах каникулы, и молодые люди ездят отдыхать в горы и на море. Ай. その次。9月、10月、11月は秋です。9月、10月、11月は秋です。сентябрь、октябрь、ноябрь – это осень。秋の初めに台風が来ます。秋の初めに台風が来ます。В начале осени приходят тайфу. Тайфу – это тайфуны。台風は風や雨が強くて、津波もあります。台風は風や雨が強くて、津波もあります。Тайфун – это когда сильный дождь и ветер, и бывает цунами. Цунами – это большая волна. Ну, я думаю, все знают, как выглядит цунами. Фильмов страшных показывали с ним достаточно. Кугацуа цукига окикуте тотемо уцукуши дес. Кугацуа цукига окикуте тотемо уцукуши дес. В сентябре большая луна, она очень красива. それで昔は満月の夜に月見をしました。それで昔は満月の夜に月見をしました。Поэтому в древности в ночь, когда была полная луна, устраивали цукими, то есть любовались полной луной. Точно так же, как у ханами, это любование цветами сакуры, или сливы, или персика. Цукими – это любование полной луной. Кугацу, не? Джугацу горо кара тэнки га сузушику натте кимочи ии дес. Джугацу горо кара тэнки га сузушику натте кимочи ии дес. Примерно в октябре, примерно с октября, погода становится прохладней и очень приятно, очень приятной. Хаппа га акая киро ни натте кирей дес. Хаппа га акая киро ни натте кирей дес.
Листва становится красной и желтой. Очень красиво. Ямава момидзиде акаку наримас. Ямава момидзиде акаку наримас. Горы становятся красными из-за желтых и красных листьев клена. В каком это месяце? Кайте кудасай. Нагачи деска. Хаппага акая киро ни натте кирэй дес. Напишите мне, в каком месяце момичи гадикимас. Хай, Алексей-сан, джугацу, не? Джугацу горо, да, примерно в октябре. Я на вопросы отвечу чуть попозже. Дочитаем текст и расскажу. Джунигацу кара нигацу маде фую дес. Джунигацу кара нигацу маде фую дес. С декабря по февраль зима. Токио но фую ва амари самуку накуте, юки мо хотондо фуримасен. Токио но фую ва амари самуку накуте, юки мо хотондо фуримасен. В Токио зима не очень холодная, и снег тоже почти не идет. Дескара дамбо га аримасен. Дескара дамбо га аримасен. Поэтому нету центрального отопления. Я имею в виду в Токио. Центральное отопление есть только на Хоккайдо. А так, вы знаете, чем обогреваются японцы зимой? Кто знает? Ну, маленькие обогреватели, понятно. А еще, как называются печки, да, вот эти японские, которые одеялом накрыты. Да, Виталий, котацу. Адиба айчи котацу. Хай. Сурева тадаши котаедес. Каминами у нас тоже обогреваются, но не все. А котацу может себе позволить каждый. Сузукимашо, не? Хоккайдо нива фую га самуй дес. Хоккайдо нива фую га самуй дес. На Хоккайдо зима холодная. Юки мо таксан фуримас. Снега тоже выпадает много. Юки мо таксан фуримас. Китано чихо ва фую мацури де юмей дес. Китано чихо ва фую мацури де юмей дес. Северные районы известны зимними праздниками. Ичибан юмей на но ва Саппоро но юки мацури дес. Ичибан юмей на но ва Саппоро но юки мацури дес. Самый известный праздник – это фестиваль снега в Саппоро. Ну, может, кто-то видел, там вдоль центральной улицы делают ледяные фигуры. Причем это могут быть какие-то большие здания, или известные люди, или даже отрывки из каких-то известных фильмов. И поскольку оно такое все грандиозное, большое, красивое, туда съезжается народ со всей Японии, ну и не только. И такой получается фую мацури, веселый такой зимний праздник. Нихонзин ва фую ясуми ни яма э ски я сноубордо си ни кимас. Нихонзин ва фую ясуми ни яма э ски я сноубордо си ни кимас. Японцы на зимние каникулы, ну или на зимние выходные, ездят в горы, катаются на лыжах и на сноуборде. Так, я смотрю, тут столько вопросов, мне пишут.
Я ездила в Японию, если это был мне вопрос. Так, и последнее предложение. Коно йони нихон дева иройро на кисецу о таносимимас. Коно йони нихон дева иройро на кисецу о таносимимас. Таким образом, в Японии наслаждаются разными временами года. Ну, вот такой, в принципе, текст. С одной стороны, он, конечно, был записан иероглифами, да, и это его явно усложняло, да. С другой стороны, слова, выражения, грамматика тут несложные. Я думаю, что все справились с заданием. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. А сейчас мы вернемся, значит, к тесту. Он у вас снова перед глазами. Насчет первой части текста Ангелина можно в записи будет через пару дней этот вебинар еще раз просмотреть. Там будет и первая часть, в принципе, столько раз, сколько вы захотите. Вот. А сейчас, пожалуйста, ответьте мне правильно на все вопросы, которые у вас были. Значит, вопрос у нас такой. Нангацу деска. В каком месяце бывают следующие природные явления? Итак, первое природное явление у нас оханами. Ну или может это не столько явление, сколько дань уважения такому природному явлению, как прекрасные цветы и сакуры. Итак, оханами в каком месяце у нас бывает? Так, кто же это тут написал? Рокугацу. Рокугацу это июнь. Разве цветет у нас сакура в июне? Ну, практически все написали, что сакура цветет в апреле. Я счастлива. Да, оханами в апреле у нас происходит. Шигацу. Следующий вопрос. Следующий вопрос у нас от Шкими. В каком месяце японцы любуются чем? Большой красивой луной. Но если вы текст почитаете внимательно, вы вспомните, что Цукива акино хадзимени окикуте киреидес. Луна в начале осени большая и красивая. Ну, а начало осени у нас в данном случае это кугацу. Так, хорошо. Третий у нас вопрос. Это момиджи. Оля вот все хотела узнать, когда же момиджи в Японии, когда же момиджи в Японии? Ну кто же выбирает, что в феврале момиджи? Клен же в феврале спит. Ну и в мае тоже он еще не проснулся. Да, правильный ответ – джугацу. Осенью, да, момиджи, красивые листья клена повсюду в Японии, особенно рядом с храмами. Ну, понятно. Так, дальше у нас цую. Цую, вспоминаем, амега таксан фуру кисецу дес. То есть это такое время года, когда много дождей. Когда это в Японии? Ну, это лето, безусловно. Сичигацу мо аримасга, дайтай рокугацу дес. То есть в основном, конечно, это июнь. Хотя иногда есть такие аномальные года, когда в июле тоже цую есть, но редко очень. Ну, бывают года, когда вообще нету сезона дождей. Ну, в принципе, их немного. Так, следующий вопрос. Тайфу. Когда тайфун приходит в Японии?
Ну, в основном, конечно, тайфуны осенью. Аки, но тут не тайфу, акимас, скорее ва кугацу, то есть, не? Цунами. Следующий вопрос. Цунами. Поменяем вопрос. Поменяли вопрос. Цунами. Выбираем. Нет, это... Ну, вспоминайте текст. Цунами ва тайфу но токи не аримас, не? Цунами ва тайфу но токи не аримас. То есть, когда тайфун, тогда и цунами. Ну, а тайфун мы только что определились осенью. Джугацу, не? И последний вопрос. Когда же в Японии ошогацу? Ошогацу – это Новый год. Японский Новый год 1 января, так же, как и у нас. То есть, ичигацу. Минасан ва тотемо йоку декимашита. Кё ва оцукаре сама дешита. Наника шицумон га аттара доузо. Спасибо сегодня всем за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Кем устроиться иностранцу можно в Японии? Нами сам. Сэйюва на английском. Так кем устроиться иностранцу, Нами-сан? Я ж не понимаю вопрос. Актером, озвучивающим аниме. В принципе, я думаю, можно. Там же есть иностранные известные актеры, которые озвучивают аниме. Особенно, если это перевод аниме для других стран. Цуги но онлайн семинар ва ано сангацу ничироку ничи дес. Следующий, о, сангацу джанак. А сангацу, хай, сангацу, цуги ва сангацу дес. То есть следующий у нас вебинар будет ориентировочно 26 марта. Но можно информацию об этом будет еще на сайте найти. Ай,皆さんもありがとうございました。とても楽しかったです。ビタリーさん、それは良かったですね。будете вместе с гостями на вебинаре. ありがとうございました、オルガさん。オルガさんも女の日おめでとうございます。ああ、ユリアさんは日本に行ってそれは良かったですね。お花見、素晴らしいですね。はい、皆さんはありがとうございました。はい、また会いましょう。А, ну и вопрос, в Японии зима как в Украине? Нет, в центральной Японии зима более мягкая, чем в Украине, то есть снега мало, не холодно. В Токио можно ходить, в принципе, в куртке всю зиму, там плюс 10. Вот, на Хоккайдо зима похожа на нашу, там холодно, снега много. Так что вот так вот. А если на Окинаве, то там вообще тепло, там как в Крыму. はい、もしもう質問がなかったら、これで終わりましょう。
Если больше нет вопросов, на этом закончим. На самом скорее сама дошла. А, мата сумо наримасне, нами сантузу. Если есть вопросы, задавайте. Дозу-дозу, сможете достать. Задавайте вопрос. Нет, я бы не сказала, что годзаймас это дес. Вместо дес можно вежливо сказать де годзаймас. Честно говоря, как будет подснежник по-японски, я вам не скажу. Это лучше посмотреть в словаре. Еще вопросы? Нами-сан, не кажется. Какой учебный год? Ну, в Японии учебный год начинается в апреле. В принципе, такой же, как у нас, только каникулы 2 месяца летом. Это в июле и августе. Ну, и потом зимой тоже каникулы. Ай, матай машо. Кё коре де овари машо. Всё, увидимся в следующий раз. На этом закончим. До встречи.